Красивый и грамотный футбол показали Зареченский «Старт» и пензенский «Зенит». Ребята встретились на центральном стадионе города в рамках первенства Пензенской области среди юниоров. На протяжении первого тайма соперники одинаково отчаянно боролись за мяч, но в первом игровом отрезке никому не удалось открыть счет. Пока я не думаю, что как бы «Зенит» на два превосходит нас, моментов у нас побольше, ну, в реализации, пока нам не хватает чуть забить гол. Я думаю, что в концовке забьем. Будет победа. В чем сильная сторона нашей команды? Ну, то, что мы на год постарше чуть и помощнее. Ребят, все-таки в этом возрасте тоже как бы год разница сказывается. И плюс по техничнее некоторые зоны у нас превосходят. Во втором игровом отрезке пензенский «Зенит» перешел в более активное наступление. Игра строилась у наших ворот. Такого натиска защита «Старта» не выдержала. Получив грамотный пас, «Зенитовец» Роман Безруков отправил первый мяч в ворота «Старта». Хорошо! Хорошо! Да. 1-0. После первой удачи пензенские футболисты вошли в раж. И вот уже второй мяч оказался в воротах «Старта». Но и на этом гости не остановились. Воспользовавшись ошибкой игроков «Старта», «Зенитовцы» забили третий мяч в наши ворота. Первый гол, потому что мы выходили 3-2, и там было сложно кому отдать. Но Купцов Дмитрий, он отдал правильный пас, и Безруков Роман забил. Второй гол? Второй гол – это ошибку соперников, и мы половили их. В чем была ошибка? Ну, они потерялись, не знали, кому отдать пас, и ошибку у них. А третий? Ну и тоже ошибка там. Защитник неправильно отдал пас, мы перехватили, и Купцов Дмитрий забивает. До конца игры к «Старту» так и не удалось произвести ни одной результативной атаки. В итоге счет матча 3-0 в пользу «Зенита». Дмитрий Болясников, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».